Кто там у нас ходит? Карангахаке. Мы здесь еще не были. Да. Ну такой длинный, сколько? Метров 200-300, наверное, да? Да. Здесь даже освещение очень есть. В очень длинном и туннеле большом. Если мы посмотрим туда и обратно, здесь очень много идти. А над нами большая гора. Поэтому нам лучше пройти быстро и не шуметь. Поняли? Побежали отсюда! Побежали! Ну не сильно, мешочка. Пошли. Пойдем. Расскажи, так. Что такое Vision Control, да, Аня, Варя? Да. Аня, расскажи, папе. Вот что у нас? Это... Что там, какой было? Первый самый контроль. Первый самый опасность, когда какой контроль? Когда за ручки, да, держимся? Да. Еще. Voice Control, когда? Vision Control, это значит, что мы видим друг друга, да? А потом уже самый третий контроль, слышимость. Чуть-чуть туда посмотри. А, вот. Ромик, а ты такая пляшка?
Давай еще. Тут такие фотографии, ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. А, ну, что там, ну что там? Да фотки такие, тут свет такой обалденный. Давай, давай, давай. А Анюта, да вон, ты посмотри, вообще. Ломает рожу вот. Ну ты что, такая красота, конечно, ничего себе. Пещере, вообще супер. Здорово, так, ребята, догоняйте, мы пошли вперед. Не торопитесь. Это что, там профессиональный фотограф так? Слушай, какая красота, это что там уже? Очень. Да, это вот дети наши. Eye control, правильно. Смотрите, здесь какой-то рычаг. Это не рычаг, это корень от дерева. Так, идем прямо. Ой, смотри, какой тут. Такой маленький речишечка. Смотрите, это слизень. Да. А как она туда повезлась? Ну, она тут с годами. Ой, это лучше пальчиками трогать. Это специальный микрофон, чтобы не записывать ветер, а записывать только что говорит. Так, ну все, пойдемте дальше. Ветер важно. Ну, Никита, ну что ты встал? Не, не все подряд. Так вот здесь видите, там. Ну как вот это не снимать, Денчик? Посмотри, какая красота. Какие булыганы там внизу, смотри. Тут все подряд, видишь? Тут все подряд можно снимать, в принципе. Карангахаке 2 у нас получается, да, Линч? Thank you.
Идем мы. Да. Еще бы. Вас, по-моему, все слышали. Ладно, пошли дальше.
Так.